Мы продолжаем. Это вторая часть восьмой части. Вырубился свет. Надеюсь, что не будет у нас проблем. Кондея выключил, будет жарко. Что происходило здесь в последние месяцы жизни города? Как смогли они выжить так долго при таком загрязнении? И почему убивали друг друга с таким остервенением? Война, ладно, но массовые расстрелы? Неужели даже глядя смерти в лицо, мы, люди, не можем не вести себя как звери? Новая подводочка, кстати. Хотя это тот же самый Новосип. Это, видимо, мы продвинулись немножко по главе вперед. И уже новый текст. В Новосибе всегда так. Не было ни разу. Традиционно ждем еще загрузочки. О! Это за щеглом бежим. Е-е-е. Да. Поехали. Вон, опять телепортировался, видели? Щегол. Так, этого пацана мы просто встретили. Он прятался в метро. Это огромное количество трупов, упырей. Мы бежим за ним. Ну нет, тут два рюкзак, можно подлутать. Ой, что? И вот здесь вырубился свет. Фух, прошли. Фух. Так. Все. Пацан, молодец. Хоть бы начал с ним разговаривать. Где мальчишка? Здесь не пробегал, я бы заметил. Наверху. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Прячется за досками, может, за какими-нибудь. Выходи, не обидим. Не обидим. Ха! В трубе, может, какой-нибудь. Спрятался. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Не, в ящике может еще спрятаться. Вот в этом, да? Выходи, в зелененьком. Нет. Неужели? Бояться нас нечего. Неужели? Ах ты! О, Артём, держи! Стоять! Всыпь ему хорошенько. Попался. Ты чего убегал? Хоккей, смотрите, шап. Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Уже наверняка патчи были на игру. Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Осколок». Рядовой? Кирилл? Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Рядовой щегол. Как это не желаете зла? Как это? Я же из «Осколок». Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? А много вопросов задаешь. У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Леща ему, леща. Хорошо. Только смотри без фокусов. Этот не обманет. И взял какую-то ш... Тут уже недалеко до станции. Кто быстро он говорит? Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Хорошо. Стой. Щегол. У кого есть фото щегла? Вот один в один. Смотрите. Точно. Там картинка как раз. Можно сравнить. Еще разок. Крупничок даем. Щегол.
Все чисто. Поздно уже. Все чисто. Все чисто, все чисто. Мы сказали, цель близко. Ну идем. Но зачем вам институт? О, а ты нас тревожная музыка Заграние играет. У нас. Это сказать, не к бобру. В институте? А ты так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Они, кажется, рассинхрон у них небольшой. Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артём с ВДНХ, я из полиса. А? Что? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас. Чёрт, носочи! Не вижу. Чёрт, носочи! Блин, он... Посадите меня, давай. Скорее! Он два раза... Давай! Давай, давай! Мельник дважды говорит теперь уже, все. Привыкаем. Ладно, держим на прогу. Что тут сделать? Ух ты! А-а-а! Что-то мне кажется, надо на калаш переключаться. Не хватает мощи. Как-то они не очень активно идут. Ну так. Как будто даже и не хотят идти. Сомневающиеся. Ну, родной, ты чё? На это что скажете? Да, не говори. Вообще красавчик. Продолжай в том же духе, давай. Может, постреляешь по нему? А что, еще охота? Жги гранатами! Нет, не хочу тратить гранат. Что это было? Ты, кажется, не там сидишь вообще. Прорвемся! Куда ты? Нормально. Чик-чик. Нифига себе, как он... Нравится, нравится, твари! Красиво. А почему так сразу не сделал, ну? А, сложность, может, слетела, да? Игра. Настройки. Они должны были большой толпой переть, просто недавно игра вышла, баги. А, все, окей, хорошо. Ишь, как умирает! Вот это я понимаю! Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить! Ау, парень, ты где? А Изи слился. Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Подумаешь, пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто. Подождите секунду, я ворота открою. Ничего себе. Килуха. Ладно, продвигаемся вперед. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Ты что, раз часик был на экране, вернешь? А я почему-то... Он должен соображаться. Он не подгрузился, видимо. Уютно у вас тут, а где не все? Могу вернуть, не могу. Отец на задание ушел.
Извините, сейчас надо еще альтабнуться из-за того, что... А так, больше поехали. Нет никого. После войны никого не осталось. О-о-о, это что такое? Похоже на какую-то... Ничего себе. Как называется-то, господи? Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую... Там гауссовская, типа, рельсовый. Не знаю, как назвать ее правильно. Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был. Мы не слышим, типа, да ладно. Так и выжили. Артём, да? Смотри, спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алёшей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Mm. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Ничего себе. Понятно. Знаешь, куда он пошел? А-а-а. Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Понятно. Вот он за картой попаданий и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Угу. Ясно. Рядовой. Короче, все, ходовая будет у нас пушечка. Морской бой, Артём, это, да? Попробуй да. Связаться с Авророй. Я помните? Я даже помню запах этой резины. И кнопочка справа. Такая игра шикарная. Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артём в институт. Что, женой? Жена болеет, мы как раз ищем лекарства. Как там Аня? Вот, как там Еще Аня? Спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабила, что... Аврора, повторите. Прием. Аврора, как слышите? Прием. Болеет, Анют. Черт. Опять Волга. Помехи. Фон нормы. Артём, если его отец Денис действительно Искова. Вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Да, заблочил меня. Я пойду за картой. Да. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите. За машиной. Без антирада на улицу нельзя. Осталось 3 ампулы. Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артём, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Что, по душе рельса моя? Бери, тебе она, пожалуй, больше пригодится. Колыма, уж лучше выкну. Да, будете у нас на Колыме? Скажешь, в общем, когда будешь готов. Советский юмор. Да я готов, в общем-то. Я, правда, не знаю, что делать при этом. А, верстачок еще есть. Я не смогу, хотя, может быть, моды какие-нибудь навешаем более правильные, так скажем, на рельсовую пушку. Артём, ты фильтры не забыл восстановить. Где приклад ты сделали. Я ведь видел. Да и тут тоже. Рельса. Собственно, скажи, вот, это Кирилл, просто мод к текущей пневматике. Остальное все остается неизменным. Зелёнка. Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. У шарики есть, в общем-то. Началась война. Ну дальше, кто в боях, кто при пожаре погиб. А что ты забрался сюда? Входы охранять некому, ну мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Зачем? Ясно. Прости, что напомнил. А, да ничего, я привык. Угу. Так. А, может, на другой полке? А, он там ищет что-то. Ага, вот антирад ищет. Капсула. Или что? Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон та. Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. И в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время. Как скажешь. А, так чего, мы идем, да? Ну что, готов? Ну что, готов? Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Да. Ну, с Богом.
Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед. Мы бы перезайти. Да мы раза три перезапускали же игру. Какая разница? Баг был в прошлый раз. Да. О, аптека. Сейчас рельсу попробуем. Судя по всему, в боевых условиях сразу же. Опробуем ее. Тревожная музыка. Чемоданчик. Собираться наверх. Просто, да, старенький уже, поэтому. Деменция, говорит псию. Что-то об этом знает. Мне кажется, здесь дробаш все-таки лучше подойдет. Это очень все близко. Знаете, все. Контактненько. А, меня полковник все, одного отправил. Спасибо. Там Ленин, Сталин, кстати. Записная книжка. 12 февраля. Вторая группа подтвердила. Главный склад пуст. Во всех контейнерах скрытые площадки Тара. Резерв антирада 1 месяц. Антирад сразу фолочь вспоминается. Срочно снизить нормы. Возобновим работу по главному заданию. 20 февраля. Вернулась группа из главного здания. Потери 70%. В пределах допустимого. Склад на первом этаже на полгода при текущем расходе. Поднять вопрос по плану тактика на заседании комитета. 2 марта. План тактика утвержден комитетом, ответственный по транспорту начальник эксплуатационного отдела, по подготовке путей и начальник особого отдела. Все резервы наземных команд передаются особому отделу, недосдачу восполнять за счет нарушителей. 18 марта. Начаты работы по очистке путей. Экспедиционный отдел докладывает отставание от графика на неделю, нехватка фильтров, потери выше расчетных, снабжение взять на контроль. 27 марта. Особому отделу выделить 2 роты для охраны команд расчистки путей. Резервов не осталось, а работы выполнены на 30%. 11 апреля. Беспорядки в депо подавлены. Работы по расчистке путей 35%. Охрана себя оправдала, потери стабильные на восполняемом уровне. 17 апреля. Массовые беспорядки на грязных станциях. Особое дело не справляется. Много сил отнимает охрана расчистки. Работа выполнена наполовину, отставание от графика ликвидировано. Начальник экспедиционного отдела поощрить. На грязных станциях бунт. Туннели перекрыты. Баррикады на ключевых точках. Ситуация в целом под контролем. Мобилизация населения. Чисто станции до 50 лет. А, понял. В особый отдел. Прорыв обороны на центральном участке. Бронелетучки потеряны. Положение катастрофическое. 20 мая. Группа быстрого реагирования Хлебникова ликвидировала прорыв. Туннель взорван. Бунтовщики остановлены на подступах к станции Сибирская. Работы по расчистке путей возобновлены. Выполнение 70%. Все свободные силы особого отдела на охрану расчистки. Станция Сибирская потеряна. Подполковнику Хлебникову приказано восстановить положение любой ценой. 7 июня. В рапорте, видимо, успешной операции Хлебникова бунтовщики Сибирской полностью уничтожены. Хлебников представлен к внеочередному званию полковника. Работа 90%. Опережение графика, все резервы наверху. И 20 июня. Работы выполнены. Готовность подвижного состава 90%. Снабженцы обещают запас хода в 1400 километров. По спутниковым данным, разведки должно хватить до Байкала. Ой, они не знали, что на Байкале. По чистой местности с запасом в 300 километров. Локомотив сожжен бунтовщиками. План. Силы особого отдела на поверхности отрезаны. Все резервы стянуты к штабу. 2 августа. Все. Думаю, мы это заслужили. Понятненько. Все-таки они хотели ливать. И любой ценой пытались, не щадя жизни... Ой. Выполнить... Что? Кто? Что? Выполнить работы в срок. Ты... Что это? Не...
Ну заходите еще. Извините, был неправ. Тихо. Где мой шприц? Пошли, морпехи. В бой. Все. Ну? Еще кто-то там. Эмалированный чайничек такой хороший. Вон он, ползает. Нет, Джонни опасный, не могу. Уже задавали вопрос. Чатик не подгрузился. И не подгружается. Давайте наверх забираться. Метро опять валяется. И тишина. Местный стоматолог. Было небольшое количество инструментов. Кресло, отдельный закуточек. И, собственно, клещи. Точнее, даже не клещи, это ключ. Я прям чувствую эту боль и крики. Зато синие изоленты. Куда пополз, глазадый? Ведь выпрыгивать будет, чую. Сзади. Блин, меня пугают. Ну и ясно. Ой, я не упал. Ха! Выкуси! Блин. Не самая полезная пушка в такой ситуации. Ядрить. Забиваемся в угол по тактике. И держим напругу! Жврешь, не возьмешь! Живым я вам не сдамся! Демоны. Блин, три патрона, надо на калаш переключаться. А он с X6! С бедра стреляю, Вась. Освещение, конечно, топовое. Ага! Щегол! Хорошая пушка. Это ваншот. Причем обычный ваншот. Мне надо рестрельсой бегать. Еще кто-то, не вижу. Блин. Ага! Как ты... Присел. Отдохнуть. Еще... Да как? Да, что? Стрелять надо правильно. Ой, Вася. Не видно низги. Ну как? Там какая-то невидимая стена или что? Я из рельсовой пушки четко стрелял в упыря. Это читер, упырь. Так, пользуясь случаем, заряжаем, в общем. Да, они умирают сразу. С одной пульки, Карл. Две это лишнее вообще. Причем в любое место ты попадаешь, он умирает. У него там скорость. Почему дважды стреляешь?
Ты думал, на площадку тыкался? Ничего не было. Ой, 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 не вовремя. Чем не было слышно? Как только начал крутить, сразу налетели упыри. Этот свет с прибором ночного видения, конечно, плохо сочетается. Я впечатление, что они бесконечные, нет? Еще зажигательные патроны есть, между прочим. Опять эта тишина гнетущая. За что, ребята, за что? Не надо. Как они же здесь оборону держали? О, лут! Давайте-ка посмотрим, что у нас есть. Да, сейчас сделаем немножечко. Привет, Fallen Templar. У нас вот графон. Не без проблем сегодня, дважды пробки выбивал. Трижды даже. Не хочется сглазить, но пока все норм. Так, на карте что-то отмечается. Учитывая, что здесь все линейное, думаю, смотри, туда не смотри. Я этого не хотел. Что происходит? Погребли. Ой, там уже плавают. Здесь я максимум, что могу сделать, это там букву в нужный момент зажать. Потому что на лодке ты не можешь использовать оружие. Так что готовьтесь, что какая-то хрень сейчас выплывет. И я буду ждать, жать на У. Вот сейчас прям почти доплыл, типа, ох, страшно как, неужели никто не нападет? Вот это да. Да нет, не может быть. Видимо, не сейчас. Эй! Есть. Блин, опять псы. Прибор ночного надо вырубать, конечно. Да хватит орать! Да хватит. Блин, ребят. Такие звуки. Кусили, кусили уже, что ли? А, это вы плевались. Понял? Да. Да. Проходим, я вижу, 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 вижу. Я свой. Спокойно. Да тихо. Ну, ребят, ну что мне... А!
прошлый раз моды не снял. Да. Так, читаем дневник. Вроде бы обустроились более-менее. Странно как-то. Вроде бы жизнь кончена, весь мир в труху, по радио одни помехи. Нам тоже недолго осталось, счетчик трещит все время, а военные все играют в свои игры. Комитет организовали особый. Куда там твое дело? Да и гражданским тоже хоть бы хны. То упрашивали помочь на Сибирскую перебраться, а как военные туда пускать перестали, они тут начали склоки устраивать за места подальше от туннелей. Какая разница? Через месяц тут хорошо, если половина в живых останется. Мутит. Сколько я годовых норм за месяц схватил, интересно. 15 декабря. Сегодня комендант раздал радиопротектор. Оказывается, у нас как раз делали в институте. Думал, это так, чтобы не паниковали. Но нет, уколол, сразу полегчало. Так что пока тим еще небо. 1 января. 1 января? Сколько же лет прошло? Вся жизнь. И что в ней было-то? Так под землей просидел. Разве только в депо перебрался? Ну, это по службе. За зеленку. За зеленку и так... И не так раскорячишься. Потому и не записывал ничего. Кому это нужно? Тут не то, что день это дня. Год от года не отличишь. 2 января. Дернуло же написать вчера. Нашел, называется, старый дневник. Зима же. Откуда столько червей? Весь день чистились туннели. В техническом коридоре слизь сожрала все доски. Из чего теперь делать настил, непонятно. Хорошо до грибов не добрались, только голода нам сейчас не хватало. Чихну. Ой, господи. Сверху, извините. Сверху вернулись наши. Двое из пяти и особист. Молчат. 70% как раз. Погибло, получается. Это из дневника. За выпивкой разговорились. Склад в академической... В академгородке пустой. Значит, сейчас урежут нормы. Хорошо, мне отложено немножко. Кончится, ну и жизнь кончится. Туда и до дорога. 15 февраля. Ну и кто был прав? Нормы урезали в два раза. Мне-то ладно, а семейным каково? 15 марта. Опять в два раза. Всего одна ампула. У нас тут это на неделю. Потом еще недели начинаешь блевать. Но еще через две меняй деревянный Макинтош. Мере деревянный Макинтош. Читаю хреново. Хотя какие сейчас Макинтоши? Хорошо, если свиньям не скормят. И 10 апреля. Отдал последние 5 ампул Коле. У его дочки уже язвы пошли. Может, клемаются. А мне хватит. Насиделся в подземелье там. Да и остальные тоже говорят. Повеселимся напоследок. Расправим, что называется, плечи. А, они, собственно, и пошли бунтовать. Да, тут жизнь такая, конечно. Жуть. Убери ты X6 с калаша. Сейчас попробуем. Не с калаша, кстати. Ну, хотя с калаша-то тоже можно брать. Я бы и с этого тоже убрал. Даже открытый попроще будет. А, у меня там появился какой-то новый мод на дробовичке, правильно? Да. Коробочка. У меня столько патронов нет под этот дробовик. Пару фильтров. Чуть не забыл. Да, 13 патриков всего лишь. Да хорош! Да как? Вижу. Да... Да кто стреляет-то? Парень как... А, вот. Понял. Последняя аптека, кстати. Мне, видимо, дальше плыть надо. Зачем я сюда приплыл вообще? Да, есть коллиматорки, конечно же. Просто не сейчас.
плывем. Тяжело будет без аптек. Да я очень опрометчиво сейчас потратился. Надо просто оставить хотя бы на крафт. Не тратить сейчас ничего. Ну, вообще, за спойлеры это... В очередной раз спасибо. За то, что ты рассказываешь, что будет дальше. Ну, бери. Радикальненько. А что же будет дальше, я сам не помню. Алло, а что ж ты говоришь тогда? Ой, сейчас плеваться опять буду. Твари. И они попадают, главное. Да, да. Там их очень много. Ну, вставай. Надо стрелять, видимо, уже. Да, да. Здесь бы я не проплыл никак. Плюются. Еще одна осталась. У меня аптека, кстати. Вон еще одна тварь. Попадает. Как так? Привет, Вить. Смотри, у нас 60 FPS, Full HD. Графон, атмосфера. Я думал, сейчас ха, изи. Пройдем. Но игра погружает. Игра погружает. Ой, понеслась. Может, постреляем немножко по ним, а? Так просто. Они, по крайней мере, затихли. Кто-то повсплывал. Да, ну конечно. Ну конечно. Куда жать? Что жать? Жму У. Пиявки. Я жму, ребят, я жму. Пиявка. Ай! Твои налево не знаю. Надо было, наверное, рукой убрать. Помешал бы, конечно, этот фонарик более жесткий. Не-не-не, не 1080. Там не подлежит восстановлению видеокарты, к сожалению. Где-то я это уже видел. То есть надо быстро убить. Еще гэшечку нажать, чтобы пиявок с лица убрать. Бах, 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 бах. Поехали.
Рестримы, видимо, опять отвалились. Сейчас я напишу ответственным нашим товарищам. Что-то изи, ну так, пока нет. Опять вот эти вот твари сверху сейчас плеваться будут. Почему не плывем? Господи, такие тут твари. О, грибочек. Не-не-не, нет, надо доплыть. Выходим. А, у меня патронов осталось 22 штуки обычных. Так, свет пошел. Ё-моё. Все настолько загажено. Да ладно. Ага, и не стреляют еще. По одному выстрелу хватает, типа. Главное стрелять быстрее. Фильтр опять менять надо. Да тихо, тихо. Сюда. Я на всякий случай второй раз выстрелил. Не был уверен, что хватит. Что? Ага, понял. Ага. Ах ты, тварь. Еще впереди. Откуда у меня столько патронов, интересно? Что? Скрипты! Я вас ненавижу. Я не понял, что это? Так, давайте попробуем. Аптек нет. Делаю две, но использовать не буду. Их надо копить. Может, перейти временно на калаш? Там патронов вдоволь. Да. Да! Ты серьезно? Понимаете? Меня что-то назад еще отталкивает. Хватит. Опять плеваться же буду. Ты металлический, что ли? Да. Да иди к черту. Да. Шесть минут назад. Спасибо, игра. Отличная игра. Просто шикарная игра. Вы видели? Серьезно? Ну, там реально какой-то баг был. То есть в эту хрень не попасть было. Просто я стрелял, металлический звук, как будто в стенку стреляешь. Yeah.
опять ту хрень проходить. Чем это чем? Вообще, безусловно. Не, ну глупость, конечно, если... Я понимаю сложность там, все дела, но когда у тебя сложность связана... А, это наоборот, сейчас мне еще поплюют, да ведь? Ага. Не, надо надеть, одеть. Класс. Да. Надо будет аптечку юзнуть одну хотя бы. Что, я не застрахован от этой хрени? Точно не скажешь. Фильтрики еще. Что раз я их пропустил. Ладно, посмотрим. Давайте, где вы там? Выползайте. Нет? Нет или да? Да или нет? Да, это нет, это да. Превосходно. Сразу же. Да, уже плеваться начинает. А, понял. Ползла. Вижу. Да, ну конечно получится у вас. Откуда стрельба? Чё кто-то стреляет. Стреляли еще с... Вот оттуда. Знаменитые прострелы. Да, конечно. Ну, понеслась. Я тут на калаш переключался, потому что им типа хватает одного выстрела. Если, конечно, оружие не клипается, и ты попадаешь в них. Как же я жду сейва, вы бы знали. Это хрень, которая живет дольше, чем обычно. Бронебо... Да! Ну как? И опять отталкивает почему-то на меня. Вот, и скоро бронированный будет опять наш, помните? Да ху... Фильтрик. Вот он. Сейчас отвалился сразу. Кто плевался? Ой, шняшка опять. Ну, конечно! Что-то у меня с ХП какая-то беда. Блин, они повсюду.
Че, пойдем? Да! Я не хочу это комментировать. Какое же дебильное вообще место. Мы так постарались. Смотрите, какое погружение. Давайте покажем это человеку 10 раз. Ему наверняка понравится. Конечно, конечно. Нормально все? Еще ж последний там вроде был, да? Может, Голден обратно в Москву, на какой тебе это Аня? Не, ну, Аня-то молодец. Аня-то не виновата. Более страдания. Да в том-то и дело, что здесь какая-то... Ну, не то чтобы сложно по скиллу, тут сложно по... Типа, ты не знаешь, где эти хрени висят. Иногда эти хрени стреляешь, они не умирают. Вот. Кто откуда выпрыгнет... Что смотреть? Куда смотреть? То есть отстреливал вот эти вот зеленые штуки и стрелялись там чуть ниже. Да, давай сейчас пособираем грибы, поостанавливаемся. Как нельзя веслом работать? Да нет, нет. Сейчас попробуем методичника. Главное, чтобы... Не было на один выстрел. То есть надо сейчас будет в какой-то момент подлечиться. И дальше... А, у нас деталек нет. Знаете, я не очень хочу сейчас тратить последнее лечение. В этот момент мы можем сделать второй аптечек. Фильтр. Добро пожаловать в мой город. Я еще гопников не видел. Да, тут что-то... Стоп, а мне что, хватало на следующую аптечку? На третью аптечку хватало? Чуть не хватает. Так, ладно, сейчас вот... Хрень выплывает. Дальше мы собираем на аптеку.
Пытаемся отстреливать при помощи Калашникова. Меня уже плюют. А умирать будем? 8. Может, сейчас юзнуть? Давай сейчас. Иногда с первого раза умирают, иногда нужно раз в 5 попасть. Вот это что. Нормальная игра. Без багов. Все ок. Хорош, меня отплевывает. Мне, может, хватит еще на одну аптеку. Единички не хватает, кстати. Ну не умирает оно! Ах ты тварь, ах ты паскуда. Это босс, видимо. Босс-вертолет. Впереди еще одна хрень. Я видел тебя, тварь. Ну, конечно, опять. О, это паскуда. Да, да. Попали, кажись. А, тут же еще куда стрелять. Теперь уже вижу. А так-то за калашом было не видно. И... еще одна. Я попробую пробежать все-таки. Звук меняется в зависимости от... Я надеюсь, где-то здесь будет сейф. Я очень на это надеюсь. Что вертел и перепроходить это еще в очередной раз. Извините за мой французский. Крабика был похож. Поживешь? А-а-а! Чисто подвох. Что у нас там по аптекам? Нет, даже... Ну, две штучки есть. Сейчас. Вижу механизм. Человек простой, вижу рычаг, использую. Бах. Вам на дно. А если я не хочу? Уже плюется кто-то. Я видел там... О, понятно. Твари. Самый бронированный. Слушай, там была... был ящичек, кажется. Ага. Здесь, да, вот он. Так, впечатление, что сейчас кто-то обязательно всплывет. Фильтр заканчивается уже. Очередной. Надеюсь, у меня есть фильтр еще один. Кто стучится?
что дробовик здесь должен заходить. Слишком близкая дистанция, и нужно сразу... Ну, понятно. Да, я подозревал. Раз, два, три. Понял. Вот это условия труда, я понимаю. Так, мне предлагают вообще... Не, я уверен, что не надо падать вниз. Думаю, скорее надо просто пытаться вернуться назад. Да... Это странный поступок. Опять кто-то плюется, твари. А, вот лодочку надо опустить. Здесь нужно забраться как-то наверх. Забраться наверх. Смывайся. Да, вот она лодочка. Вот он спуск. Похоже, что мы сверху должны прийти туда как-то. Может, дырку? Да нет, я пробовал, она достаточно мелкая. То есть это та самая... Нет, это не та самая. Может, в дырку? Опять какие-то тут звуки. Может, реально в дырку? Да, в дырку. Ой, дурак. Ой, дурак! Ой, не надо было, ё-моё. О, лут. Это точность. Прекрасно. Не-не-нет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 ! Не туда хотел, назад. Хорошо, что он не лезет до конца. Загажен-то. Пёсель. Не могу забраться слишком. Да, и мы уже наверху. Не видно низги. Он всплывает опять хрень. Ну, конечно, ты-то по мне попадаешь. Плавает. Паскуда. Ага. Попал уже. Спускаем лодочку, не думаем. Чё, вниз? Пол все-таки пес.
Блин, вот знаешь, что поплыву. Опять начнется это. Ересь. Ладно, поплыли. Что? Не надо. Просто брось. Ладно. Это явно не эскорт-услуги. Впереди еще сучок плавает. Один, правда. Да твою мать! Ой, как не вовремя. Извините, я в роли просто, не могу ничего с собой поделать. Еще ползет. Ах ты. Ах ты. Опять стена там какая-то. Все, выдрухаемся. Спецназ. Зачем я сюда здесь вышел? Мы же, наверное, прямо нужно туда идти. Что за люди? 12 патриков осталось. Переключаюсь по таймингу на зажигательный. У-ху! Заживем. Я вижу свет в конце тоннеля. Звуки, конечно, шикарные здесь. Визуальная составляющая тоже. Опять это затишье. Счетчик начинает уже выходить из себя. А это поверхность, поэтому... Воет. Мне кажется, уже подключивать начинает. На рыбалочку. Бросай гопа, блин. Что? Я вот аптечку из... Что это такое? Мне кажется, я зря изнул аптечку. Это скриптовая кровь. Да, это скриптовая кровь. Спасибо игре за минус аптеку еще одну. Я благодарен. От души. Артём. Да. Артём. А, здравствуй, родная. Вставай, пора. Куда? Эка, как меня. О! Ты настоящий? Не, это точно глюки. Нет, я не в курсе этого. Ну, я заметил сегодня вечерком, но... Серьезно? Да, это глюки. Это с самого начала у меня такая бронька была. Артема просто плющит. Thank you.
Я уверен, что здесь сейф есть. Вот с этого места. И у меня еще красный экран. Хотя я птичку выжрал накануне. Это меня как плещет, да? Я побежал быстрее. Смотрите, что тут происходит. О, лут. Да ладно. Не умирай! Серьезно? А, это фильтр. Ой. Я думал, это сцена такая, что... Нормально. Соколик, PUBG после этого будет. Сейчас игру пройдем, тут буквально 5 минут осталось. Так, новый фильтр, друзья. Новый фильтр. Я не повторю ошибку. Все. О, вы помните, у меня такой удлинитель был в детстве. С предохранителем. Он закручивался, раскручивался. И отбивался, если перепады были. Да, это классно. Музыка пошла. Похоже на титульную. Колясочка. Там даже кто-то лежит. Грусть. Мельник! Колодца, как вы думаете? Что мне там по эквипу? Я думаю, стоит. Давайте за... Ну что, красная хрень наверху, это же... Нет, это просто... Нет, ушла. Ушла. Ой. Метрошечка, банкоматы. Я слышу зверя. Radioactive. Что за глюки? Мороженка. Там не журнал. Вроде не кликабельные были. Видимо, на улицу надо. А, у меня фильтра нет. А я могу сделать фильтр? Не могу. Пытаюсь добежать. Здесь я ему руку, кажется. Все, ГГ. Так. Надо искать фильтр сейчас. Надо двигаться довольно шустро и при этом осматривать. Да, мне тоже казалось, что там фильтров было минут на 5. Какого хрена? На 3 минуты фильтр. Так, все, обкалываемся. Заходим быстро.
могу я снять здесь, чтобы не... Ненадолго. Да. Здесь были еще фильтры. Можно накрафтить их. Лутаем фильтры. Не дают мне сейфовенько сыграть. Ну, типа так вдумчиво, понимаете? PUBG пошел. Все быстренько. Вот она, заначка была прям перед этим. Музыка пошла еще такая тревожная. Что здесь будет какой-то... Что? Очень высокая радиация. Что? Флешбеки. О, а следы-то не мои. И аптек нет. Фильтр меняем. Вон кто-то там ходит. Чубака, что ли? Такие зажигаем. Блин, из-за фильтров приходится пропускать сколько контента. Я бы тут смотрелся. Люди в туалете жили. Я у мамы электрик. Подзаряжу любую хрень. Включу и все заработает, смотрите. Все шикарно. Опять что? ХП не хватает. Фильтры новые. Спасибо. Так, что в результате надыбали? Двадцаточка. Фильтров на 10 минут уже. На 10, Карл, на 10. Но я уже умудренный горьким опытом. Не хочу аптечку так просто делать. Спокойно. Я думал, откроется дверь в результате.
Ладно, возвращаемся. Здесь были. Здесь подлутали. Думаю, надо идти дальше. Там какой-то довольно крупный враг. Видите следы? Нас готовят к боссу. Опять плохеет мне. Немножечко. Еще фильтра. Больничка. С противогазом еще беда, как видите. Кто же вы? Справа был кто-то явно. Что? Понятно. Так, впечатление, что я хожу по кругу. Да. Ужасная обстановочка. Фантомные покашливания. Жуть. Не открыть, да? Там подъем наверх. Газированная водичка. Кто где, понимаете? Замерзал, умирал. Кто где? Давайте я все-таки сделаю одну аптечку. Сейчас пригодится. Фильтров с запасом. Понятно. Нам просто нужно выбраться. Фильтр закручиваем новый. У нас есть еще 3 минуты. Собираем остатки. Может пригодиться на аптеке. Помните лифт в первой части? Еще одна закрытая дверь. Заблокировано. Давайте посмотрим. Правда, опять же, время, фильтры. А. Угу. А лекарство или еще о каком-то? Я не буду дослушивать, потому что боюсь, опять будут проблемы с... Как же атмосфера шикарная. Фано. И улетают. Аномалии какие-то здесь. Да, лекарства ищем. Угу.
про нее, про эту вакцину. Еще фильтр. И мы забираемся наверх. Так. Ну, Артём, соберись. Босс-обезьянка. Шемида. А ну иди сюда, щегол. А он слепой. Ну, а ну. Чё, куда жать? Это все я делаю. Прикиньте. Вставай, тряпка. Так, ладно, давай изучать его. Ну. Понятно. Так, обезьянка там нас подождет, видимо, нам надо спускаться вниз. Зря я по нему так много пострелял. Расизм чистой воды. Что нужно с черной обезьяной в конце сражаться. Мне кажется, она больше нас типа пугать будет. Блин. Топот меня настораживает сзади. Ну давай, заходи, чёрт. Хорош, мужик! Чтоб остался бы не убить. А, так не работает. Давайте проверим, может здесь что-то еще есть. Что такое? Он говорящий, прислушайся. Сейчас еще одна российская шутка была пропущена. Ладно, послушаем обезьянку. А, тут загадки еще. Угу. Скримеры. О чем говорил? Ребят, что он говорил? Что-то в окно предлагают лезть. Рановато, я думаю, еще для этого. Так, ну зачем я сюда-то пришел? Как же мне плющит. Ну и зачем ты сюда пришел, правильно? Это иди сюда, щегол. А? За фильтрами. А, открылась эта еще штука. Понял. Логично. Так, меня предупреждает о том, что опять фильтр скоро все, но запас есть десяточка. Заходим. Опять меня начинает плющить. Артём, соберись! Кругом снег и смерть. Только снег и смерть. Я пытаюсь. Опять ты! Не похоже. Это лифт.
похоже, похоже. Так, фильтры есть. Я на всякий случай сейчас крафтану еще аптечку. Не зря же я собираю всякую хрень. Так, фильтр меняем. Он продолжает свою заунывную. Хотя подготовлюсь, а то что-то фонарик не светит. Да? Да, я наркоман. Слышите, да? Да ладно. Нам всюду Анька мерещится. Знакомые места, как будто на первую часть похожи, тоже вот эти вот коридоры опять. Обезьянка бегает. Калаш. Лекарство, видимо, сейчас нужно найти. Мне кажется, я двигаюсь в правильном направлении. Почему-то мне так кажется. Не знаю почему. Журнальчик почитаем. Так, контейнер, груз, назначение, состояние. Радиопротектор не интересует. А, нет, радиопротектор интересует, да? Нет, какая-то... Вот. Ренигран F. Один экспонат, набор НИЭМ. Софилиал не отправлен. 09М, если нам это поможет. 09М. Опять нас продолжает плющить. Молодой человек. На. Анька нас проводит. Экспериментальный. Да-да-да, экспериментальный. Чего, все умерли? Опять тут батя ходит. Их двое уже. Что же вы делаете? Сюда. А, мы непосредственные такие. Сейчас леща сзади прилетит. Я у мамы электрик. Должно было. Наверх можно пройти. Наверх. Теперь должно было что-то открыться. Ай! Не вовремя как! Где что открылось вопрос? А вот открылось. Оно, не оно. Не уверен. Передаю привет пацанам, которые это проходили по 100 раз. И что происходит? Обезьяны! А, нет, куда бежать? Ой, ребята, детский сад. Детский сад, честное слово. Просто смотрите и наслаждайтесь. Ты ничего не нашел, милый? Ничего. Я знаю, ты старался. Это Женька мне так говорит, после того, как в магазин схожу. Хочу, чтобы ты был рядом, когда... Ладно. Слишком много графа. Вон она, смотрите. Так хорошо. Вот он.
Кажется, мы уже близко к цели. Держись! Прости! Вот он. Нет. Так, а что у нас там по аптекам? Мне кажется, две выжил в прошлый раз. Нормально. Заходим. Мы ищем экспериментальный препарат, который нашу благоверную может спасти. Раздолбанные холодильники, а вот эти вроде целые. 9М1. А к черту открываем! И музыка играет тревожная. Да, ребята! Правду говорили пацаны в чатике, реально 15 минут до финалки. И... Опять топ. Ну ё-моё. Что это? Блин. Самый серьезный босс. Обезьяна. Ой, надо ужать. Миша, уходи. На. Причиндала хотя бы прикрыл бы. Он же светит второй раз. Слышишь? Изява. Скажите, когда еще ужать? О, я жму, ребят, я жму. На. Нет. Сосули. И котики. Они тоже жмут в чатике. Они бы справились, кстати, с управлением в этой игре. Что? Ладно, главное, что картинка, смотрите, какая хорошая. Картинка, музыка. Какой может быть босс в игре про радиацию, постапокалипсис, метро? Конечно, горилла здоровая. Естественно. Ох, и наши приезжают. Артём, держись, сынок. Третий шлем, обрати внимание, соколик. Сейчас. Держись. Сейчас полегчает. Ты нашел. Не вздумай умирать, слышишь? Даже не думай, что я ей тогда скажу. Что? Не спать, боец! Не спать! Я все же тебя нашел, сам не знаю как, но нашел! Не спать, Артём! А сейчас будет трогательно, друзья. Сейчас концовочка должна быть прям. Мы, кстати, на плохую концовку наработали. Крысы сейчас побегут, помните? Да ладно. Живой. Я думал, опять один останусь. Нифига себе, пацан. Вставайте, скорее! Соколик, учись выживать у щегла. Не просыпается. Таких лучше уже не будить. Тут надо прямо ехать. Он хотел меня научить, но не успел. Блин. Сознание потерял. Да ладно, полкана потеряли, да? Вы машину водите? Ура! Едем дальше! А зачем ты мне предлагал за руль садиться, слышишь?
ура, выводите машину. И как ты понял, я же даже не завел ее. Ладно, поехали, друзья. Он нашел карту. Сказал, что папа герой. А музыка какая? И что он всех нас спас. А когда обратно шли, на нас мутанты напали. Но он их всех одиночными. Бац, бац. Да, со светом покомфортнее ехать. Неужели полкана потеряем? Потом река, а там черви и глубоко. Он меня на плечах перенес. Понятно. Ух ты, столько машин! Соколик, я еду к тебе. Держись. Это луна! Красивая какая! Сколько нового! Опережая ваши вопросы, я вожу лет 5 уже. Все нормально. Права не покупал. А вагонов сколько? Все забито. Такая музыка эпичная. Соколик, Соколик, держись! Я еду! Я еду, друг! Только не умирай! Только не умирай! Извините, он не мог сдержаться. Эй, проснись! Не спи, не спи! Ой, почти. Стоп, дальше не проедем. Hell Forever. Извини, что я веду себя не так, как ты хочешь. Реально не прав. Тут надо по-другому. Как так? Ну я жив. Научный институт, экспонат, экспериментальный, что-то там. У меня вопрос, а был ли щегол вообще? Может, это глюки? Кого там полковник спасал? Он же седенький совсем. Белый. Давай скорей, утоплиться. Не, Кирилл все-таки настоящий. А можно его спасти, кстати? Это вот хорошая концовка, если полковник выживает, да? Если ты там по стелсу проходишь, когда надо, и людей не теряешь. Или нет? Каску не болтали. Что-то сил вообще нет. Нет? А, про батю Кирилл DLC выходит, так что он настоящий. А, он всегда умирает. Ясно. Да, такие штуки для расчистки путей используются ведь.
Алёше, кажется, мы потеряли Супердогма. Я не помню точно, потому что это было довольно давно уже. Ледокол? Похож. Ух, все выбегают. И такой, стоп. Это анклав справа, анклавушка. Свинюка. Похож. Видели? Сейчас дойдет сигнал, прям такие флешбеки у старичков будут. Димка, да, Димка. Такой небритый, глаза очень похожи. В кузницу бежит. Да, в кузницу. Осторожней с ним, как он еще жив до сих пор. Так, ребят. Том, слышишь меня? Поаккуратнее, ребята. Облучился он капитально. От тела полковника даже замерять не получается. Дозиметр шкалит сразу. Держись, Тёма. Мы тебя вытянем. Ой. Как же они так? Соберись, Катя. Что делать? Руководи. У меня две аптеки. Только переливание. Срочное. Сколько можно? С такой дозой. Значит, переливание. Спасет? Он подольше тогда продержится. Насколько крови хватит? Группа крови. Четвертая плюс. Ему любая подойдет. Все, кто может. Сюда всех. Mm-hmm. Удобно, кстати. Не засыпай, Артём! Нельзя сейчас спать! Показалось. Это не твой пункт назначения, Артём! Ты не доехал еще, слышишь? Рано выходить. Это тупик какой-то, а не конечная. Слышишь? Аленс, да. Мало нас, слишком мало. Вот и не хватает крови. Артём, пожалуйста, не уходи. Не нужно мне это лекарство такой ценой. Буду теперь жить. А зачем мне жить без тебя? Перестань. Не говори так, Анечка. Хороший момент. Ты спас ее, Артём. Вы спасли ее, слышишь? Все было не зря. Она будет жить, понимаешь? Точно, старик. Все. Ему нельзя больше, видите? Не хватает крови, не хватает. Аня, тебе отдохнуть надо. Папа умер. Артём, не оставляй меня. Блин, ну хорош давить. Узнаешь меня? Это о, я, Женя, с ВДНХ. It's me again. Знаешь, from я тут ждал тебя. And to think, I've been waiting for you, waiting here. Some best friend, Мэрч, что? Отлично. Ну, ребят, ну дайте время игре. Она вышла всего лишь год назад. Вы мою маму. Дядя. Ну вот и свиделись, Ёма. Не забыл своего старого кореша Бурбона, а, пацанчик? Видишь, как оно. Недолго ты там задержался. Но оно на постой так. Тыркаешься, а толку? Ладно. Ты пройдись, пацанчик. Разомни косточки. А я тут буду, если чё. Времени теперь сколько угодно. Обо всем еще успеем перетереть. Понятно. Это мы на грани, типа, да? Бурбона. Очень колоритный товарищ. С собутыльниками, помните, сидел? А, это фанатик. Ну, здравствуй, Артём. Не ждал тебя тут увидеть. Не ждал. Думал, тебя другая судьба ждет, великая.
Я ведь помню тебя еще мальчишкой с ВДНХ, который все мечтал лицо своей погибшей матери вспомнить. Ты ведь ради этого на ботаническом саду ворота открыл, а? А теперь вот и сам видишь. Мне-то скоро обратно в метро, а тебе... Тут ведь никогда солнце не встает, Артем. И поезд не остановить, и не сойти с него. Нет в этом мире остановок. Тот, кому хватит смелости и терпения всю жизнь вглядываться во тьму, первым увидит в ней проблеск света. Помнишь? Что же ты? Терпения не хватило. А, ну и что, что нет остановок? Кому они нужны? Давай, железяка, шевели поршнями. Ничего, мы в преисподней жару зададим. Всех мертвецов по струнке выстроим. Ну ладно, пора мне. А ты не скучай. Своим тут привет передавай. Я кого встречу, передам. Да ну его, давай сюда. Будешь старпомом, а то рейс предстоит долгий, вечный. Одному не справиться, в общем. Ну, что стоишь? Извинений ждешь? Не будет их, Артем. Каждый делает, что должен. Дело солдата — врагов сечь и вопросов не задавать. Ты все правильно сделал. И я все правильно сделал. Мы отдали все, что могли. А дальше пусть живые разгребают. Что это там, а? Ерунда какая-то. Не должно тут такого быть. Слушай, может попробуем махину эту остановить, а? Давай, жми! Ну же! Да. Красивая игра, очень красивая. Ну, Артём, глянь, что там. Разрешаю сойти на берег. Серьезно? Сейчас походим, видимо. Старые добрые почтовые ящики. Открытка с Байкалом. Алёшку, да, потеряли? Так нечестно. Наконец-то место, где мы могли бы быть счастливы. Мы могли бы жить, как всегда мечтали, но ты все пустил под откос ради меня. Ненавижу тебя, ненавижу. Не могу жить без тебя, но придется, потому что люблю тебя. Господи, как же я тебя люблю. Прощай, Артём. Так. Блин. Это сильный ход. Большинство доходит именно по такому сценарию проходит игру. И Артём погибает. Как она говорит? Такие эмоции. Блин. Вот этот момент меня пробрал. Прям пробрал. Это из-за PUBG. Салазар, хорош. Да. Блин, такое впечатление было, что все-таки игре не хватило еще годика на разработке. То есть графическая составляющая
превосходные, музыка замечательная, багов много. В диалогах есть проблемы местами, то есть как будто по сценарию торопились делать игру. И некоторые персонажи недостаточно хороши, на мой взгляд, были из-за этого представлены, потому что, ну, просто иногда дебильнейшие диалоги были, вот. А есть персонажи вообще шикарные. Ну, Аня хороша, на самом деле, хороша. Говор у товарища, помните? Не помню, как его зовут. Не помню уже, давно была прошлая часть. Ну и, конечно же, очень сильно игра в наших глазах выигрывает из-за того, что озвучка, актеры. Да. Блин. Хороший. Да и правильно. Должен был Артем в такой ситуации помирать. Слишком много, наверное, накосячил. Крест. Да, точно, крест. Кстати, баги у кого как, у меня их не было, кто-то и пройти из-за них не смог, крашилось. Вот только сегодня мы сталкивались с тем, что игра запускалась в английском варианте, сейвы были похерены просто из-за того, что компьютер резко выключился. То есть после перезагрузки непонятно, что делать. Сегодня же был баг с двойной речью, очень часто полковник отвечал, все свои реплики дублировал. Телепортирующийся мальчик тоже был сегодня. Непростреливаемые жуки, то есть ты стреляешь и прям в него, там дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Подходишь, угол меняешь, все равно дзынь-дзынь-дзынь. И это только в одной части, там раньше тоже были баги. Чуваки, которые из дробовика тебя со 100 метров убивают, класс, прям отличный хардкор. Но, на мой взгляд, плюс все-таки у игры значительно больше. То есть, восьмерочка, 8,5, наверное, по текущим. Я не обзорщик игры, но мне она скорее понравилась, чем не понравилась. Тем более графоний. Графоний приятно посмотреть. Обезьяна тоже. Ну какой, блин, две... Ладно. Давайте, кого мы сделаем боссом? Институт, исследовательский. Ну там наверняка опыты стоят. Горилла, огромная горилла. Пережила там все, ух. Ну хорошо, но надо финал растянуть. Надо же как-то еще нагнать. Что мы можем сделать? Две гориллы в одной комнате. Одна сверху, другая снизу. И ничего не сделать. Так себе босс. Ну ладно, это я так ворчу. А, там же еще песня была топ. Конечно, вот. Там один из самых классных моментов, если это тот, на который ты ставишь. Да. Этот поезд в огне, и нам некуда больше летать. Помню, да. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Спасибо за то, что смотрели, спасибо за то, что болели. Сейчас с Соколиком Ластецкий сыграем и будем закругляться. Завтра понедельник. Так что надо пораньше закончить. Пока. Bark, bark.